5%! И безумие 6 будет пройдено. Давай, давай, 3%! 2! 1! И... Всем привет! С вами Кубик, и сегодня у нас очень необычный видос. Мы будем играть в разгром Супер Сити. Ты, наверное, спросишь, и чё в этом такого? Ну а то, что мы играем в Безумие 5, испытание, ты просто посмотри, до какого безумия мы уже дошли. И сейчас я тебе расскажу лайфхак, как можно просто взять и пройти до такого уровня. Потому что мы сразу же нажимаем готово, а ты сразу же нажимаешь свой лайкосик. Потому что видос просто окупительный. Надеюсь, что он реально тебе понравится, а мы сразу же приступаем. Итак, короче, смотри, секрет такого офигительного прохождения в том, что нам нужно взять пик. Нита, блин, ёк-макарёк, надо было немножечко Стёпу дождаться. Стёпа, сори, ну ладно, надеюсь, что ты сейчас быстренько прилетишь. И мы сразу же начнем атаковать этого босса. Вот, у нас есть самое настоящее доказательство, то, что это реально безумие 5. То есть я тебя никак обмануть не могу. И, короче, смотри, нам нужно просто взять пик. Получается, Пэм, Нита и Пока. Просто Нита вместе со своим медведем атакует этого дракона, этого динозавра. А мы вместе с Пока должны просто брать и отхиливать всех наших тиммейтов, получается. И скоро босс уже начнет злиться, поэтому зачем ты медведя-то туда выкинул? Ёк-макарёк, ладно, короче, я думаю, то, что настало время уже ставить мне ульту. И мы просто начинаем атаковать. Пока что процентов 80, и у нас пока что все идет вообще нифига не по плану. Он уже разрушил пол города. С какого фига? Я вообще нифигашеньки не понял. Еще и на меня налетел. Ёк-макарёк. Так, окей, мы ставим быстренько ульту, сразу же гаджет активируем на всякий случай. И все, полетели быстро уничтожать. У меня там еще мало хп, блин, осталось какого-то фига. Но пока что все вроде бы получается хорошо. Смотри, именно по такой тактике нужно действовать. И видишь, у нас вот получается потихонечку убивать этого босса, но не ту кокнули. А это значит уже ГГ. Ну хотя, в принципе, нет, еще есть шанс отыграться. Правда, у нас у города осталось всего лишь 9%. Стёпа Про, пожалуйста, встань на мою ульту, чтобы она тебя немножечко отхиливала, потому что это дичь какая-то получается. Ладно, я просто ее сюда немного перенесу. И все. Матвей, нам сейчас нужно максимально стараться отхиливать друг друга, потому что сейчас получается очень опасно. Просто ты посмотри, какой огромный наш этот дракон, динозавр, ёк-макарёк. Надеюсь, что мы сейчас реально с ним справимся. Давай, пожалуйста, пожалуйста, безумие 6. Я уже хочу как можно скорее дойти до безумия 6. Надеюсь, что это все-таки получится. Стёпа Про, пожалуйста, аккуратно. Ё-моё, здесь просто такой вообще экшен. 17% у него осталось всего лишь, давай, давай, давай. Сейчас главное только, чтобы никого не кокнули. Пожалуйста, Степа, будь аккуратнее, аккуратнее. Если что, я просто готов сразу же прожимать гаджет. И смотри, это походу успех. Уже процентов у него осталось меньше, чем процентов у города. Давай, 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 давай. Еще чуть-чуть, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Так, я смотрю внимательно за хп. Тут реально самое главное, просто не пропустить этот момент. И если что, сразу же отхиливать наших чувачков, нашу Ниту. И безумие 5, походу у нас пройдено. Ту-ту-ту-ту. Я прошел прямо сейчас на твоих глазах безумие 5. Как это вышло, я даже сам не понял, но мы это сделали. Безумие 5 пройден. Хорошечно. Ну, блин, дальше будет еще сложнее. И это просто капец. Мне кажется, что дальше будет вообще просто Unreal. Но если мы вдруг сможем это пройти, я обещаю то, что я куплю сразу же 2 мегаящика за 3000 гемасов. Может быть, даже из них что-нибудь выпадет. Поэтому просто смотри видосик дальше. Нам нужно просто взять и пройти Безумие 6. А Матвей просто ставит свои лайкосы, потому что вам тоже нужно поставить лайкосик, потому что дичь сейчас какая-то происходит, вообще максимально непонятная. Итак, я нажимаю готово и полетели. Сейчас нужно быть прям максимально сосредоточенным, потому что это просто капец, 6-й уровень безумия. Мне кажется, до него еще вообще никто в жизни, блин, не доходил. Поэтому нам нужно быть максимально аккуратным. Стёпа, ты зачем с нами-то влево пошел? Тебе же вправо ближе было. Ладно. Короче, сейчас пока что у нас этот агро-школьник не агрится. Нам нужно просто максимально его отфигарить. И вот, чтобы у него осталось как можно меньше процентов хп. Но он просто дома ломает с первого, блин, удара. Из какого фига, я вообще не понимаю. Так, если что, у меня уже ульт заряжен. Поэтому я готов, если что, его ставить. Давай, 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 давай. Годзилла, я не понял, ты куда там собираешься? Сломать весь наш город, что ли? А вот фигушки тебе с макушкой, у тебя это не получится, понял, да? Потому что у нас уже Нита медведя нафармила, и все, это значит то, что сейчас тебе будет просто копец. Нам нужно как можно скорее снести его все хп, потому что, блин, он иначе это злиться не будет, а нам нужно, чтобы он злился, потому что до этого момента он просто ломает и крушит весь город. Итак, остается 77, 76, 75%, и он наконец начинает злиться. Все, я ставлю свой ульт. Блин, криво его поставил, ёк. Макарёк, тихо-тихо-тихо, Стёпа, аккуратно-аккуратно, Стёпа, тебе нельзя сливаться, ты что делаешь-то? Пожалуйста, не подходи к нему так близко, а то это вообще получается очень тяжело. Так, тихо-тихо-тихо, мне нужно, короче, быстренько поставить уже ульт свой, он наконец-то нафармился, все. Фух, мы вас... Зарядка!
Вообще максимально не вовремя она вылезла. Окей, все, мы начинаем отхиливать. Самое главное, чтобы у Пока был гаджет и пассивка на отхил. И чтобы у меня тоже были пассивка на отхил. Так, тихо, хорошечно. Мы ставим сразу же еще одну нашу урту. Медведь, правда, улетел куда-то. Ё-моё, медведь, ты куда там это? В дальнее путешествие, что ли, отправился? С какого фига, я не понял. Так, все, Матвей, давай. Самое главное, нам только сейчас никуда не улететь. Потому что это будет как-то максимально обидно. Мне надо ульт нафармить. Все, ульту наконец нафармил. Гаджет сразу же активируем, потому что там у Нита оставалось мало хп. И все, погнали. Медведи, нужно заспавнить. Давай. Хорошо. Стёпа, про, подойди, пожалуйста, сюда на круг, чтобы моя ульта на тебя тоже работала. Тихо. Да почему так потно-то, ё-моё? Тихо. Куда пошел? Ну-ка, медведь, иди сюда. Ой, не медведь, а че, Годзилла, иди сюда, я тебе сказал. Ты офонарил там, что ли? Ты че на дома-то агришься? Надо тебе на нас агриться. С какого фига ты куда пошел? Что-то у нас этот пранк вышел из-под контроля. Он стал еще больше. Ты посмотри, какой он просто огромный. Так, окей. Он решил просто ломать все дома, да? Понял тебя. Все, нам, короче, из этого угла его сейчас вообще выпускать нельзя, потому что у нас в левом нижнем или в правом нижнем углу находятся дома, и нам нужно быть аккуратно. Степа, ну ты зачем это сделал, блин? Походу, это ГГ. Он сейчас просто прыгнет и с одного прыжка, походу, разрушит все вот эти дома. Нам нужно его, короче, постараться наверх отвести. Так, Годзилла, давай, иди на меня. Вот сюда иди, Годзилла, правильно, ко мне. Куда пошел, ну-ка? Что-то у меня как-то немного не получается ему управлять. Оу, 3%. Блин, Степа умер, из-за этого немножечко слились. Ну ладно, сейчас у нас будет попытка номер 2. Я же должен мегаящики открыть. Я когда начинал записывать это видео, я на самом деле думал то, что вдруг у меня может даже получится до 10-го безумия дойти. Но мне кажется то, что что-то я это немного свои силы не дорасчитал. Нам бы 6-й хотя бы пройти, ё-моё. Ну 6-й это так-то тоже на самом деле рекорд. На самом деле далеко не каждый вообще доходил до этого безумия. Но сейчас вы знаете то, что у вас тоже есть шансы его пройти, конечно же. Нужно всего лишь взять такой же пик, как у нас, и такие же пассивки, и такие же гаджеты. И тогда все будет вообще максимально шикардосно. Если что, у Ниты пассивка на отхил медведя, ну точнее. То есть они как бы друг друга отхиливают, а гаджет у него на щит. Вот, получается, на щит медведя, как ты понял, конечно же. Потому что стан здесь вообще максимально не работает. Потому что здесь вот этот Годзилла нифига не активируется. Да блин, у него 80%, он уже половину города у нас снес. Да с какого фига, я не понимаю. Годзилла, хорош уже там наш город крушить. Может, ты уже когнишься там, нет? Алло. Так, сейчас, короче, смотри, он сейчас прыгнет. И после того, как он прыгнет, мне нужно просто поставить ультецкий. Все, ставим его вот сюда и погнали. Активируем гаджет сразу же, активируем, полетели. Стёпа Про, я тебя прям очень сильно прошу. Только сейчас, пожалуйста, не сливайся. Очень-очень, давай, погнали. Так, у него уже, у нашего Годзиллы 60. Тихо, я чуть сам не слился, ё-моё, засмотрелся. Зачем я гаджет ульту поставил, точнее, случайно, пацаны, сори, зря быканул. Так, окей, погнали, 64% у него уже есть. Но как-то становится очень потно, прям крайне потно, я бы даже сказал. Хорошо то, что все мои пули пока что... Куда ты полетел? Дурак, что ли, ты офонарил-то? Ты должен нас... Я думал то, что это Степа просто слился, это медведь у него слился. Тихо. Чуваки, мне надо ульту нафармить, мне надо срочно нафармить ульту, потому что Степа просто сейчас в угол его зажали. Да ёк-макарёк! Ну ты, Годзилла фонаревший. Не-не-не, сейчас мы по-любому должны пройти, потому что это дичь какая-то получается. Он у меня ульту сломал. Чё за фигня? Пожалуйста. Так, у нас получается осталось 25%, а у него 51%. И он просто опять полетел через весь город. Ну жучара. Я вообще в шоке с него. Окей, так, потихонечку его тоже отвлекаем. И сразу же тоже хилимся. Окей, Нита, ты запомнилась? Да почему он опять через весь город-то полетел? Ну ё-моё. Так, у нас что, последние дома, что ли, остались? Серьезно? Чуваки, нам нужно постараться, потому что 2% осталось. Последний дом, где он находится? Самое главное, его к нему просто не подпустить. Улетел жучара. 44%. Вот вы как думаете, у меня получится вообще 6-е безумие пройти или нет? Потому что, ну, я хочу ящики открыть. А я обещал то, что я их открою только в том случае, если мы сможем пройти 6-е безумие. Итак, через 5% босс уже начинает злиться, а у нас осталось опять меньше половины города. Да я не понимаю, почему он такой мощный, как можно его убить? Вообще, это просто какая-то дичь. Окей, сейчас он быстренько прыгает, мы ставим ультецкий и погнали, все. Разнос пошел прямо сейчас, самое главное просто максимально... Тихо, гаджет успел активировать, хорошечно. Он там еще медведя нашего гасит с какого-то фига. Стоп, у меня что, ульта сломалась? Я не понял, а как он ее сломал? Окей, ставим тогда новую. Я парень простой, сломали ульту, поставили новую и все. Не прыгай! Это капец, у него 20% всего лишь осталось. Да мы сможем это сделать или нет?
Давай, короче, я прям очень сильно верю, что мы все-таки должны его уничтожить. Так я понял, в чем была проблема. Стёба Про говорит, с помощью лайков, точняк. Так вы сейчас просто целую кучу лайков запилите. Вот как Матвей сейчас целую кучу лайков поставил. И все, и мы тогда сможем его одолеть. Поэтому давайте, вот реально, без вас мы по-любому не справимся. Нужно просто вам поднажать. Мы нажимаем сразу же, готово. Матвей и Стёпа, полетели. Давайте только, пожалуйста, вот прям максимально аккуратно. Стёпа, я тебя очень сильно прошу, не сливайся вообще желательно ни разу. И тогда мы 100% сможем загасить этого Годзиллу. Он вообще, блин, какой-то офонаревший. Так, все, погнали. Но вот если бы он еще далеко так не улетал, и каждый раз не приходилось бы за ним бегать, блин, было бы намного лучше. Он там что, уже все дома снизу сломал, да? Это что, получается, последние домики у нас остались? Чуваки, у нас остается 42%. Нужно быть максимально аккуратным. Я сразу же гаджет активировал, и у меня закончились все гаджеты. Это вообще какая-то фигня. Давай, короче, смотри, как сделаем. Мы сейчас просто в магазинчик зайдем, один большой ящик откроем, и вот из него у меня пассивка выпадет, и, короче, намного веселее станет. И мне, короче, все, молча просто открываем. Нифига не дропнулось, но 49 монет, понятно. Ладно, не повезло в ящике, тогда повезет в Супер Сити. Погнали. Я смотрю внимательно за ХП. Так, и готов, если что, отхиливать. Погнали, гаджет один и юзанул. И полетели, ё-моё, 60% у него уже осталось. Босс начинает злиться, это дичь какая-то. Он нас всех троих заморозил. Получилось как-то на самом деле немножечко не очень. Так, окей, у нас что, не то опять кокнули? Да ёк-макарёк, ну что делать, я вообще не знаю. Давай, Матвей, нам нужно просто, походу, улететь отсюда, желательно как можно скорее. Матвей, беги! Беги, Форест, беги! Так, понял? У нас, значит, Годзилла наш уже, это, перешел снова на здание. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Меня главное, чтобы он меня сейчас желательно не кокнул, потому что мне нужно хпшки восстановить. У него уже остается 53%, а у нашего города остается всего лишь 30%. И это вообще на самом деле нифига не есть хорошо. Да куда ты убегаешь? Тебе на нас нужно агриться. На нас, да-да-да, на нас нужно агриться. Он еще и в бешенство перешел. Ё-моё, ровно 49% у него осталось. Погнали, чуваки, давай. Мы должны это сделать. У него, получается, на последнее здание остались на другом конце города. Ну, правда, он этот город сейчас за одну секунду, блин, перейдет. Ладно, погнали. 43%. Сейчас мы должны хотя бы ему рекорд сделать, хотя бы наименьшее количество жизней. Стёпа, просто встань сюда, пожалуйста, на мою ульту. Надо встать, чтобы она тебя отхиливала. Потому что одни мы справляемся вместе с Пока как-то немножечко не очень. Я просто играю максимально на автоатаке. Так, гаджет, если что, юзанул, чтобы он нашего Стёпа Про не загасил. Давай, у нас есть все шансы, в принципе. Стёпа Про, только, пожалуйста, не сливайся, максимально аккуратным. Если он тебя начинает гасить, просто отходи. Отходи, Стёпа, отходи. Пожалуйста, не сливайтесь. 27%, давай. Так, гаджет сразу же активируем, потому что он там Стёпу Про застанил. Это вообще нифига не хорошо. 24%, давай. Это реально почти, что есть все шансы его загасить. 21%, давай. У него еще сколько там? Еще 130 тысяч хп. Так, гаджеты быстренько прожимаем. Давай. Не то ставь медведя своего. Погнали. Давай. 16%, смотри. Еще чуть-чуть. И безумие 6 будет пройдено. Давай, погнали. 13%. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Давай. Подожди. Еще чуть-чуть. 7. Так. 6, 5. 5%! И безумие 6 будет пройдено. Давай. 3%! 2! 1! И... Ба! Еще чуть-чуть. Есть! Безумие 6 пройдено. Безумие 6! У меня даже зарядка села, а потому что она максимально офигела от того, что происходит. Это просто капец, по-любому скриншотик делаем. Безумие 6, я ж вспотел, блин. Это просто капец. Вот за этот видос мы прошли всего лишь 2 катки, но зато какие, безумие 5 и безумие 6. И это реально, этот способ 100% работает. Как ты уже понял, мы смогли это сделать. И как я обещал, я, конечно же, бегу открывать мега ящик. Я, конечно, обещал то, что я открою 2 мега ящика, но смотри, я уже один большой ящик открыл, поэтому можно я сейчас открою 1 мега ящик? Ну, пожалуйста, я просто сильно не хочу свои жетончики тратить. Поэтому мега ящик за 1500 монеток полетел прямо сейчас и выпадает ничего, но я вообще не расстроен, потому что мы смогли пройти безумие, мне даже руки трясутся. Ладно, Стёпа Про и Матвей, я вам говорю просто огромное спасибо. Они хотят дальше пойти, но мне кажется, что дальше вообще нифига не получится. Хотя попробовать, конечно же, стоит. Руки у меня сейчас очень сильно трясутся, но они все равно смогут, конечно же, поставить лайк и подписаться на канал. Тем более, что кнопка подписки вот здесь, осталось просто на нее нажать.